Всем привет, дорогие друзья, с вами Дракоша, и сегодня мы будем продолжать играть в Rock Legacy. Давайте выберем нашего героя. Вы меня, наверное, спросите, почему выберем героя? Мы же в прошлой части закончили играть за девушку Тень. А проблема в том, что серия, когда я играл за девушку Тень, не записала звук. И вот мы потратили трех персонажей, и сейчас мы будем играть за варвара. У него нет никаких эффектов, у него только очень много здоровья, и это мне очень нравится. Его магия — это косы, бесполезная магия. За предыдущий ролик я успел купить себе кузнеца, качать немного жизней, добрейдут рыцаря, и сейчас я еще вкачаю жизней. И теперь у нашего варвара 240 жизней. Да, как вы заметили, я сделал так, чтобы у меня Rock Legacy и так сильно лагало. Я купил шлем в прошлой части, как вы заметили, опять. И давайте же зайдем в замок. Я так рад, что мы заходим в замок, что просто не могу. Балдинг. Билдинг. Балдинг — это будет при других обстоятельствах. Так, ломаем. Так, туда мы не пролезем, там для карликов. Так, маг. О, как же ты меня задел. Так, я не знаю, запишется ли музыка в игре. Потому что в прошлом видео она почему-то не записалась. Так, мы убили глаз, это хорошо, потому что глаз такой гад. Если его не убить, он убьет нас. В Rock Legacy закон такой: убей либо ты, либо убьют тебя. Как DayZ. Но DayZ не 2D. Так, откуда-то взялись маги. Это очень нехорошо, что взялись маги из ниоткуда. Так, убиваем глаз. Я даже не знал, что здесь сундук есть. Забираем сундук. Ломаем столики, стульчики. Так, 10 монет. Выпало нам. 20 монет выпало нам. Глаз. Гад. У варвара без прокачки очень слабый урон. Но очень много жизни, я не устану повторять. И вот мы с легкостью можем пережить такие удары мечами. Но лучше нам сильно так попадаться. Так, проблема вот этих гадов. Они, вот эти вот именно, они слабые. А дальше пойдут уже сложнее. Тут у всех мобов идет аналог посложнее. Так. Пушка стреляет почти что бесконечно, по-моему. Но это потому, что у нее там сзади есть друг. Еще один. Я думал, их там только две. Ладно, пока есть время. О, тут еще глаз. Ну, это был без вариантов. Мы бы по-любому умерли. Итак. Мы убили. Достаточно мобов, как по-моему. Давайте выберем. Ну, тут без вариантов. Варвара. Так. И вкачаем жизни опять. Очень люблю вкачивать жизни, особенно за варвара. О, нет! О, нет, моя самая нелюбимая. У меня без записи эта фигня лагает. Ладно. Давайте. Вперед из песни. Да, все так замедленно, я не могу. Харон, бери свои заслуженные 60 монеток и пропускай меня. Билдинг. Так, наконец-то закончила постройку. Мне очень нравится музыка в игре Rock Legacy. Не знаю, будете ли вы ее слушать, но она тут приятная очень. Ладно. Бочки.
Что-то ни хрена нам не попадается, кроме этой пушки. Вот в конце игры нам будут показывать всех мобов, которых мы убили. И там показывается, что эту пушку можно убить. Ну, не показывается, конечно, там только говорится, что вот вы убили 0 этих штук. О, по-моему, это просто так, для галочки сделали. Блин, не заметил, что картина живая? Картины такие редкостные гадины в этой игре. Это картины, это отдельный гной этой игры, можно сказать. Давай, давай, подлетай. Так. Выбили с нее всего лишь 10 монеток. До рыцаря мы не достанем, поэтому придется спускаться и хреначить его. Так, мы захреначили рыцаря. Что ж, у нас есть морозный бак. Морозный бак — это плохо. Поэтому пойдемте его... Так, нам не туда. Пойдемте его завалим. Так, монетка. Rock Legacy — очень приятная игрушка, как музыка, так и графика, и геймплеем. Геймплеем. Да. Я еще хочу на канал записать Shadow Knight, не помню, говорил ли это или нет. Почему хочу его записать? Ностальгия! Такая ностальгия, прям 8-битная игрушка. Приятно очень. Еще там боссы прикольные. Так, картина шевелится. Нет, не шевелится, показалось. Ладно, спускаемся. Журнал. Журнал — это хорошо, потому что я хочу получить ачивку, прочитать все журналы. Да. Спасибо, пойдемте. Так, сундук. Что-то очень хорошо... Наоборот, что-то очень плохо спрятан этот сундук. Хотя денег из него выпало навалом. Мы сможем купить себе новый меч. Я специально не буду тратить эти деньги на здоровье. Я их отдельно потрачу на меч. Чтобы, играя за варвара, мы могли наносить больше, чем 18 урона. Итак, что у нас в этой комнате? Да, ни хрена особенного. Давайте спустимся дальше. А вот здесь вот уже есть кому сломать черепушку. Но этот гад хочет слабым сломать черепушку. Поэтому давайте не дадим вот этим летающим недочерепушкам убить нас. Я бы вначале, конечно, убил глаз, но я боюсь, что вот эти черепушки убьют нас быстрее, чем мы дойдем до глаза. Поэтому убьем мы вначале их. Опа. Все, мы убили черепушки. Так, ломайся. Все. По-моему, вот эта картина живая. Да, я так и думал. Из-за сильных лагов я не вижу, движутся они или нет. Поэтому приходится наугад. Вау, она сильная. Так, все, мы выбили из нее свои 10 законных монеток, которые... Блин, показалось, что они провалились в текстуру. Много я блинкую в этой серии. Надо поесть блинов, а то совсем с ума сойду. Что у нас тут? Ладно, спускаемся вниз. Так, что у нас внизу? Внизу у нас сундук, морозный маг, глаз, летающий деда черепушка. Почему деда? Потому что это голова, а не черепушка. Черепушки там пойдут потом. Вижу проход для карликов. Словно специально, можно сказать, запоролся на этот пулю от глаза. Да, выпало 30 монеток с мага. Я очень быстро все комментирую, потом вспоминаюсь. Ла-ла-ла, бэ-бэ-бэ. Ну да, все так. Что у нас здесь? У нас здесь стена. Пойдемте убьем этого серого рыцаря. Не знаю, почему мне так хочется говорить. Очень энергичный я почему-то. Нет, я не нюхал кокса, я просто очень энергичный. Ладно, нормально. Отпустила. Нормально, убили глаз. Что же нам выпадет с этого сундука? Итак, опа, нам выпал чертеж.